Вот такой великолепный сорт Bright Eyes. Автор Симмонс, 1967 год. Флукс высокий, 70-80 сантиметров. Диаметр где-то до 4 сантиметров. Теплого роза, ровного розового тона. С таким карминовым глазком. В сумерках немножко отдает фиолетовеньким тоном. Вот сейчас солнышко зашло, он такой сиреневатый становится. Вот на солнышке тон розовый. Сейчас выйдет солнышко, мы увидим, какой он розовый у нас, красивый, нежно-розовый. Очень много боковых побегов. У него вот такое соцветие. Вон сколько боковые побеги. Оно такое ветвистое, огромное. Ну, действительно огромные у Bright Eyes побеги. И особенность его такой бордовые, темно-бордовые стебли. Верхней части побега. Красивый флукс. Bright Eyes. Вчера я снимала Bright Eyes в сумерках, а сегодня хочу его переснять на полном солнце, чтобы видно было, какой у нас красивый розовый цвет, и какое у нас огромное соцветие. И вот сейчас он абсолютно фиолетовым не отливает. Сейчас он чисто розовый, такого приятного, ровного тона. Bright Eyes на полном солнце.